второе звено, да, с Кемпи. А в итоге сколько времени они провели в обороне. Но вот сейчас Кемпи выходит, разворачивается. Попытка перевода. И какая шайба сейчас от Мира Алтонена. Вот это гол. Вот это, ну, я говорил, что еще в начале трансляции, что Алтонен очень умный игрок. И вот в этой ситуации, как он тут разобрался, это прям фантастика. Надо смотреть повтор момента. Еще отмечу, что вместо Атюшова оказался на позиции защитника один из братьев Ушенина. А если быть точным, то 71 номер, это Владислав. И, может быть, это повлияло. Может быть, повлияло. Но мы смотрим, вот Алтынин принимает ногой, разворачивается. Он видел, что с неудобной руки забить он не сможет. Но и Пичужки, ну, Пичужки просто, мне кажется, он не верил, что Алтынин сможет, что ему хватит техники для того, чтобы...